Сегодня в Москве начал работу Международный военно-технический форум «Армия-2017». В нем участвует и делегация Чувашии, которую возглавляет руководитель региона Михаил Игнатьев. Экспозицию подготовили 9 наших предприятий. Вообще 6 республиканских заводов включены в сводный реестр Организации оборонно-промышленного комплекса. По итогам прошлого года компании получили заказы на 26 миллиардов рублей. Также наши предприятия активно работают и с госкорпорацией «Росатом». В 2011 году мы с госкорпорацией подписали соглашение. С момента подписания до текущего года объем производства, объем реализации в адрес госкорпорации увеличен в 4,5 раза. Мы сегодня порядка 1,2 миллиарда рублей отгружаем для нужд. Это и обеспечение внутриректорного контроля, это и атомные ледоколы, это все продукция Чувашской Республики.